Обнаруженный около кладбища в Анапе боеприпас периода Великой Отечественной войны уничтожили росгвардейцы. Подозрительный предмет заметил местный житель в лесополосе недалеко от городского кладбища и сообщил в полицию. Осмотрев находку, взрывотехники Росгвардии установили, что это 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Соблюдение мер безопасности боеприпас перевезли в карьер и уничтожили накладным зарядом, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. А партнер сегодняшнего выпуска – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104.